Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я являюсь студенткой индустриального техникума. И сегодня мы пришли в кинотеатр «Спутник», чтобы посмотреть интересный фильм про Богдана Ступку. Мне этот фильм очень понравился тем, что там изображается осень, красивые пейзажи и деревья. Также там и зима очень красивая, там снег. Мне очень понравился этот фильм, потому что тут есть пейзажи красивые.